Попали мы на очередной остров после удачного, так сказать, побега из бункера при помощи Велари Ким, да, если правильно я помню ее зовут. Так что двигаем дальше. Здесь-то не очень-то благоприятные условия. Здесь у нас трайгеры, наемники. И еще неизвестно что. Вот, кстати, один кандидат уже появился. Привет. Вот это прям была печалька. Так, а вот это гости, да? Твою мать! Еще этот сзади. Блин, их тут оказалось аж трое, да? Вот это подстава, а. Это я поиграл, называется. Значит, на два фронта, да? Какие-то защищенные. А ты нет. Ну! Ну иди сюда, клоуны. Отъездились. Вот и отлично. Ну ладно, с Богом. Интересно, откуда он может знать вообще, что именно такого командира из прибора ночного видения? Ну, так вот, чисто если задаваться этим вопросом. Но откуда он может это знать? Он что, ему лично докладывал? Ну ладно, есть свои тонкости. Поэтому... Что это было? А что это было? Это главный ходит, этот стреляет, да? Один главное ходит, другой смотрит, да, и при этом же стреляет. Ну, как-то да. Окей. Ну-ка. Лови. Ну, давай. Оба-на. Понятно. Получай. Так, там стоит ракетчик. Его не видно. Бах. Его не видно. Ни в бинокль, ни в снайперском прицеле, неважно. Он для нас просто невидим. Ну-ка. Вроде как бы рядом, но не рядом, да? Не попадает по нему. Не пойму я, где он. Ладно. Забудь. Двинули. Двинули и забыли. А здесь, парни, вот такой прям есть момент. Но мы туда пока не попадем. Вот там, вот за берегом, есть такой пирс. Там прям такая атмосферка классная. Там можно прям сесть. На стульчик прям с бурбончиком. Сесть так, порыбачить. И подумать о жизни. Вообще классно.
Вот оно, это место. Красотища прям. Держите его, я приведу помощь. Привел. Ладно, это мой косяк. Ну, бывает. Привет. Здорово. Как успехи? Стою. Позицию нашу усилили очень быстро. Ну ладно. Ты где? А, понятно. Да, бинокль-то не шибко подсвечивает каждого. Вау! Держи! Как тебе? Где ты там спрятался-то, а? Стрелялся. Следующий. Оп. Опа-на. Конечно. Да, блядь! Только патроны сраные, блядь. Все по новой. Ай, как так-то? Просто патронов не было уже. Ну, МК, она есть МК, ну куда я тут? Ладно. Что поделаешь, придется по новой все делать. Ты слышишь? Вижу цель! Да ты серьезно, что ли, а? Стоять! Стою. Давай. Ну как ты не попал-то в него, а? Ну ты чё, брат? Правда? Машина прям. Ладно. Забыли. Можно попробовать с этого угла зайти. Хотя уж я не знаю точно, есть ли тут аптечка рядом. Но попробовать можно. Не видно нифига. Страшно стало. Угу. Да-да-да, ты угадал, брат. Очень страшно, вы что? Угораете, что ли? Что?
вас такая толпа, я один, как я могу против вас здоровых мужиков, которые имеют опыт типа боевых действий? Драться против... Ай, как я люблю эту эмку просто вообще, а? Ну как она мне прям нравится, вообще жесть. Эта эмка... Балласт конченый прям. Вот натуре, а, вот. Но! Привет! Тридцать патронов, а толку? Он даже попасть не может. Да я здесь стою, чё ты? Молодец. О! Хера он с пистолета... Пистолета стреляет точнее, чем я с автоматом. Воу-воу-воу-воу! Сука, опять. Ну что меня так часто убивает, а? Расслабился я, походу, да, наверное? Ладно. Получаю. Ложись, граната! Эй, ты! Теперь ты мой! Безусловно. Чё за херня, блин, а? Да, блядь, ну ты чё, попасть не можешь, что ли, а? Ну ёб твою мать. Ой, сука, клоун просто, ну самый натуральный, а. Ну тебя так стрелять-то учат, а? Ёб твою мать, какой ты, сука, спецназовец, а? Прицел прям над башкой, блин. Следить за местностью! Берегись! Ой, сука... Спокойно. Но... Ай, печаль, конечно. Самая натуральная печаль. Молодец. Есть. Неужели мы это сделали, да? Так. Заходим. Вот он, прибор ночного видения, да? Я отметил точку на твоем GPS, так что не заблудишься. Будь внимательны, из-за сбежавших трайкеров они усилили патрулирование. Да, миссия достаточно тяжелая и в то же время долгая.
Нихера ты даешь, блин. Поехали, да? Вот так вот. Вот это даже больше не ночное, а тепловое зрение. Смотри, он просто ходит и все. Просто идет, даже не напрягается. Кто там? Здорово! Я приведу помощь. Бревно это положили, которое не объедешь, да? Хорошо. Блин. Так, где вот тут? О! Сейчас это тебя беру. Разброс, блин. Ты посмотри, что делает, а? Бежит. Печаль. Ой, да ладно. О, сука. Объяви тревогу. Да он делся. Левый фланг, право. Граната! Левый фланг вперед. Сука. Ни хрена не видно. Ну-ка, держи. А, пока ты докинешь. Вот и отлично, да? Вот и нормально. Собираем подарки и валим отсюда. Надо попасть к комплексному генератору. Интересно, как они не слышат? Не знаю и знать не хочу. Ты хочешь? Ну что, ребятки? Как у вас успехи там? Все нормально? Всем все нравится? Вот и молодцы.
Вот и ладушки, да? Стоите тут. Кулюторно, да? Ну куда ты, блин? Надо попробовать их. Бах! А что такое? Ну ладно. Там приведешь что ли кого-то? Бессмысленно. Ты остался один, тебе остается только воевать. В противном случае, если ты откажешься, ты просто погибнешь. Вот и все. Какой смысл куда-то бежать? Никакого. Абсолютно. Так, давайте поднимемся наверх, оценим обстановку на генераторе. Техник-то. Ты что-нибудь видел? Думаешь, я бы стоял здесь вот так, если бы что-то увидел? Ну, не знаю. Я только спросил. Мне просто показалось, я что-то видел. Так что ж ты молчишь? Кто там? Чё там? Кто спалил-то, а? Ну, кто? Как они вообще могли меня убить с такой дистанции? Ну, как? Блин, ну чё за... Так вроде красивенько встал. Поддержать, так сказать. Стелс-движение. Поддержал, называется. Мы его потеряли. Да почему? Сдавайся! Но не вовремя ты. Получи! Молодец. И так ни хрена не видно. Остались только на парогенераторе, да? Попробуем штурмануть. Так, погоди, не сюда, да? Так, стой. Я не пойму, где тут проезд-то? Молодец. Лучший. Так, дайте немного зарядиться, у нас ночнуха. Они походу вертолет вызвали.
Вот он старший техник, да? Так, а что с вертолетом-то? Не позвали, что ли? Вроде должен быть уже на подлете. Так, что-то я слышал. Бах! Вот и отлично. Вот и ладушки, да? Так, остался старший техник. Давайте сейчас мы с ним поговорим. Ну, где ты там? Так, вот ты они. Чертежи? Да, приложил его отдохнуть. Я как раз смотрю чертежи. Похоже, что главные клапаны находятся в секциях 4, 5 и 7. Отлично. Теперь направляйся в регулятор. Я отмечу места, куда ты должен проникнуть. Удачной охоты, Джек. Спасибо. Спасибо, спасибо тебе за удачную охоту. Так, где он тут? Извиняй. Ну все. Местность зачищена, идем дальше. Да, вот об этом тайнике мало кто знает. Потому что видишь, что стоят просто тут ящики и ничего нету. Но по факту там есть плюшечки.